Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы! Сегодня мы с вами проведем очень интересный обзор, на мой взгляд, просто замечательного гибрида, который сейчас очень модно называть биколор. Гибрид это крупноплодный, очень красивый, у него просто отличная урожайность. И, честно говоря, наверное, это мой любимчик на 2017 год. Из наших новинок это один из самых красивых, на мой взгляд, и вкусных, что немаловажно, гибридов. Называется он «Сокровище инков». Я считаю, что мы очень подходящее дали название этому гибриду, потому что это действительно сокровище. И я бы очень хотел, чтобы на ваших участках такое сокровище появилось, и вы попробовали его в деле. Я уверен, что вы останетесь просто без ума от этого гибрида. Что бы я хотел сказать? Первым делом, конечно, сейчас на улице очень холодно. Мы уже отвыкли от того тепла, которое было в теплице, а то и жара. И смотрим в окно, а там вот-вот уже и снег начнется. А вы можете меня сейчас видеть в шортах и в теплице. Это просто замечательно. Дорогие друзья, что касается характеристик этого гибрида, то его крупноплодность заключается в том, что вес плода более 400 грамм. Доходят экземпляры до 700 грамм. Сейчас перед вами на весах средний плод этого гибрида, и весы показывают 406 грамм. Это средний плод, есть намного крупнее. Мы с Николаем Петровичем такие экземпляры и 700, и 750 грамм снимали и пробовали на вкус, замечательно. Консистенция, вы посмотрите, ну мясо. И вы посмотрите, не то что маленькие семенные камеры, а их да вовсе нету, их не видно даже. Здесь не видно семян. Вкус у него вот сахарный. Кислинка слабая, именно сахар. Вы знаете, напоминает чем-то действительно не только внешним видом хурму, но и по вкусу. Дорогие друзья, при выращивании такого гибрида, как сокровище инков, необходимо выделять площадь, ну, примерно квадратный метр на 3 растения. Потому что гибрид все-таки очень крупноплодный, и желательно выращивать его в 2 стебля. Обязательно выращивание производить в теплице. И я думаю, что вы добьетесь того результата, который как минимум вы сейчас можете наблюдать. Что еще хотелось бы отметить? У него очень короткие междоузлия, а это отличный показатель. И еще, плюс ко всему, вы посмотрите, при наличии коротких междоузлий плоды находятся очень низко от земли, то есть вот-вот коснутся, но при этом находятся на весу. Я ставлю 5 по 5-бальной шкале этому гибриду, на мой взгляд, разумеется. И вам рекомендую. Я уверен, что вы останетесь довольными его вкусом, урожайностью и устойчивостью к заболеваниям. Ведь очень тяжелое лето 2017 года. Несмотря на такое тяжелое лето, мы видим более-менее здоровый лист. Хотя есть показатели сортов и других гибридов, которые уже в плачевном состоянии. А сейчас ведь мы находимся с вами в 9 августа 2017 года. Дорогие друзья, я рад вам представить наш гибрид, повторюсь, он называется «Сокровище инков». Сажайте, наслаждайтесь вкусом, урожайностью. А с вами был я, Блокин Мечталин Василий, на канале «Партнер». Ставьте лайки и подписывайтесь к нам в гости. До свидания.